Что посеяли, то и пожали. Шумерлинский район вслед за остальными подвел черту под 2013 годом и поставил задачи на будущее. А еще на площадке Тарханского культурно-оздоровительного центра открыли год культуры. В фойе развернулась выставка мастеров народно-прикладного творчества. Посетители могли познакомиться с искусством, которое создает народ. Национальными игрушками, вышивкой, костюмами, орудиями труда, фольклором. На празднике выступили самодеятельные народные коллективы, а также семейные ансамбли Шумерлинского района. Надеемся, конечно же, что год культуры в Шумерлинском районе позволит повысить культуру отрасли, повысить культуру в быту и преобразить в лучшую сторону сообщество нашего района. Итоги прошлого года и прогнозы на 2014 обсуждали уже в зале совещаний в присутствии вице-премьера чувашского правительства Михаила Янковского. Местная власть акцентирует усилия на развитие агропромышленного комплекса. В АПК заявлены инвестиционные проекты, среди которых строительство и реконструкция нескольких ферм. Это в будущем, а в настоящем актуальна проблема занятости людей на селе. По данным главы администрации, безработица в районе снижена. Вице-премьеры беспокойно интересуются, что все уехали. На селе не должны быть безработных. У нас есть в крайнем случае личные пособные хозяйства. Сегодня, знаете, есть у нас уже люди лично пособные хозяйства. По 5, по 10 голов коров содержат. Плюс на общественные работы очень привлекаем, стараемся привлекать людей. Ситуация в районе непростая во многих отраслях. Строят мало, в некоторых населенных пунктах нет магазинов. В 2014 году району предстоит решать и демографическую проблему. Пока идет убыль населения и приводить в порядок дороги. Констатирую, к сожалению, что администрации района в 2013 году эта работа была провалена. Лев Геннадьевич, примите как должное о том, что вы не сумели освоить 2,5 миллиона рублей, которые мы вам выделяли в разрезе дорожного фонда на ремонт дорог внутри как раз вот этих населенных пунктов. Вы не нашли софинансирования.